Так, начинаем готовить снежиночку. Снежинка будет состоять из шести, значит, элементов. Одинаковых элементов. Вот это будет первый элемент. Вот чистый лист бумаги. Значит, делаем квадрат. Делаем квадрат. Кстати, делаем два сгиба, и получается у нас вот такой маленький треугольничек. Затем прорезаем. Вот, прорезаем его сейчас ровненько. Прорезаем от одного сгиба к другому. Предварительно расчертить. Ну, да? Можно расчертить, если можно и не расчертить, если у тебя хорошие, так сказать. Если ты можешь ровно, пожалуйста. Ну, так ее надо плотненько держать, чтобы она не ерзала. От одного сгиба к другому, а к которому сгибу мы ведем, не прорезаем. Можно покрупнее делать, покрупнее, быстрее дошли до луны. Ну, стараться, чтобы вот эти были ровненькие, одинаковые полосочки по ширине, это надо будет симпатичнее. Зачем разворачиваем этот листочек. У нас получилась вот такая красивая, такая вот нарезная. Вот. Вот такой квадратик весь разрезанный. Сейчас начинаем соединять из внутреннего, самого изнутри, вот таким образом. Вот этот первый, вот этот сгибчик такой, раз, вот этот вот, и на степлер. Можно клей, но клеим очень долго, потому что еще степлер не знаю, будет ли работать. Все? Не знаю, надо тут возьмем. Все, продолжай. Значит, так, начинаем скреплять. Можно на клей, можно степлером. Так, вот получается как бы такая маленькая трубочка. Вот ее нужно соединить. Лучше бы тут на бумажный клей, но быстрее. Так, затем вот таким образом делаем. Ее переворачиваем. И вот следующую, вот эти два квадратика, соединяем, скрепляем в обратную сторону. Вот так. Вот так в обратную. Переворачиваем. И так далее. Все переворачиваем. Вот это вот здесь вот так скрепляется по центру. Все. То есть вот. Как бы быстрее. И так далее. Вот все вот это мы так скрепляем. Может, завтра я сделаю первую детальку. Еще 5. И знаешь, шикарную звезду. И повесишь над столом где-нибудь там. Только уже все остальные делаю одинаковые, вот эти, Игорь. Такие полосочки такой же этой. Уже ширины. Вот, и они будут очень красивые. Степлер противный. Быстро бы работал так. Что-то мне очень удобно. Можно клей такой, знаешь, карандаш. Ну, можно на клей. Собственно, на клей-то можно даже и лучше. Просто степлеру неудобно под это. Подбираться, видишь?
Еще неудобно. Есть маленькие вообще на степлере, поменьше такие, поминитюльные-то? Бывает, нет? Так. Сейчас опоздаешь, Игорь, за меня. Ты мясо поел? Поел мясо-то? Ничего, прожарилось? Оно все лучше и лучше, но вот здесь мало места. Первое только тесно очень. Вот мне надо завтра утром, завтра на работе сделать таких несколько штучек, хотя бы штучки три. Вспомнила. Будет у меня этот завтра стажер, да, пусть работает, а я его буду делать. Узенькие, так поэтому. Остались широкие. Ну, вот так вот я соединю. Ну, остались быстрее, конечно. Если он так... Такой был масенький какой-нибудь. И клеем. Вот. Вот это получилось одна. Таких нужно 6 сигарет сделать, чтобы получить красивую большую снежинку. Оно, размер снежинки зависит от этого квадрата. Это большая будет снежинка у тебя. А если хочешь поменьше, мой значит квадратик поменьше. Ты согнулась, стой. Чего? То есть это не одна снежинка? Нет, это... Ты должен сделать таких 6 частей. Вот таких 6. Видишь? 6 таких частей. И только будет одна снежинка. Да. Вот эта вот снежинка, вот 6. Затем ты делаешь их, потом вот это раз сделаешь, а смотри, раз, два, вот таких 6. Вдвое их вот по центру соединяешь, каждую потом, вот такую. Понял? Вот эту сделал, и у тебя вот 6 таких. Вот их по центру соединил, и вот... Центр это где? Вот. Вот последняя вот эта, каждого детали. И центр вот эту. Вот они у тебя тут пошли по кругу. Центр соединил. Сначала попарно их соедини, по две. Вот так вот. Сделал, потом вторую сложил сюда. Здесь на степлере закрепил. Вот. И вот, значит, по две штучки сделал, а потом опять их соединяешь, опять их вместе. Так-то тебе не очень удобно. Я так две вот так соединю, на степлер здесь и здесь. Раз, потом пять, две точно так же. И они у тебя получаются, что все вот эти к центру, и вот так вот они по кругу. Знаешь? Игорь. Да. И получается вот такая вот большущая оригинальная снежина. Снежинище. Такая вот. Это одна деталь. На, я тебя ставлю. Еще таких сделаю 5. Сообразил как? Ну ты же видел. И вот смотри, вот видишь, они 6, Игорь, смотри. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, покажи, вот принеси. Вот они. Вот они, из 6 состоят. Видишь, я тебе сделал только одну. Ну, у меня здесь маленькая просто. А здесь я получится... Маленькая и мятая. Покажи. Потому что бумага, видишь, она мягкая, бумага очень. Они уже год висят. Здесь они уже все задергались. А вот эти вот чушь, они как хорошо стоят. Примерно такая, да? Да. Ну, это поменьше просто. Бумага мягкая, видишь, они начинают скручиваться, мяться. Да и сама бумага была... очень гладкая. А вот эти, их вот так вот видишь, вот по кругу пошел и соединяешь. Вот смотри, чтобы на конку нажралась. Вот смотри, вот видишь, я соединила здесь и тут. Я понял. А все, потом за макушечку раз так. Все, я понял. И красота. Я понял, спасибо. Вот мне надо завтра таких 6 штук сделать. Хорошо. Хотя бы снежинки 3, так это 18.